Всем привет, с вами Андрей Сонар. И в это прекрасное раннее утро мы поедем пытаться ловить плотву. Плотва — это, конечно, не та рыба, которую я люблю ловить, но традиционные весенние выезды на крупную плотву пропустить сложно. А пойдем мы к месту ловли на наших новиночках. На великолепном бигфиш-паке и на не менее великолепной лешке. Обе сделаны из одинаковых тканей. Обе легкие, прикольные, но это две разные концепции. Концепция большого легкого каяка и концепция советской классики, неустаревающей, вечной и идеальной. Саша, помаши ручкой. Саша пойдет на классике. Я пойду на каяке. Хотя у него каячный опыт тоже есть. Он на байдарках там сколько сплавлялся, да? Да. Да. Вот. Саша уже погрузился. Ну, значит, и мне пора в путь. Ну чё, как лодка? Идёт нормально? Дуги были. А здесь? 3.40, 3.47, 3.50. Вот. Значит, надо вот там. Да это мелочь какая-то. Эх, кто-то так хорошо сопротивляется. Ох, хорошая плотвина. Хорошая плотвина. Смотри. Да. Шершавая. О-хо-хо-хо, такая поклевочка-то, такая деликатная поклевочка. Да блин, надо леску укорачивать, в лодку не закинуть. Слушай, а у меня... Это что это еще за хренотень? Нет, ракушку. Кого? Мидию. Белый. О, смотри, как в дугу, смотри, какая дуга. Да ё-моё! Оп! Шершавый. Мимо. О, вот это уже нормальный размерчик. Ну вот я тоже живцовую поймал. Чё? Твоим якорем, блядь. Лодку? Дырку. Пробил? Да. Иди сюда скорей. Держишь? Держу. Стой. Держи. Вообще не двигайся. Там дно надувное, ты спокойно, блин, доловишь, блин, даже со спущенным баллоном. Это фигня. А? Да не будешь ты даже мокрый близко. Нос, кстати, тоже ослабнет, надо будет насосом поддуть. Потому что перегородки. Так, удочку раздавишь. Это не самое. Ну вот. Ты этим штырем острым, что ли?
Ну, похоже, так, пластиковым. Вот. Выкини эти штыри оттуда, блядь, из этого якоря. Ну, якорь на дне. А, ну надо будет достать, да, там штыри-то жуткие. О, блин. Чё? Вот так вот, смотрите, видите, какая авария-то? Пробоина. Так, надо ремкомплектик найти. Ну, штативчик для камеры. Вначале-то страшно было, да? Блядь, сука. Когда под тобой воздух выходит, неприятно, знаешь. И думаешь, сейчас намокнет жопа. Мою, блин, с запасом, блядь. То есть ты хочешь сказать, что с матрасом? Матрас выдержит человека один? Спокойно, вот причем. Даже без двух баллонов? А? Даже без двух баллонов? Даже без двух баллонов. А, ну он же как бы, да, по форме-то он и почти по объему такой же, как эти надувные. Ну, плавные. Он же еще реданный, ё-моё, он не просто матрас. Он толстый, в нем перегородки. Кого-то, тащи. Давай, тащи. Так. Лодка совсем разваливается, сука. Все, у тебя, блин, неладно. Лодка лопнула, блин. Поплавок разваливается. К пальцам липнет. Значит, уже, блин. Не-не-не. Красота. Давай насос. И что, она? У нас все готово? Да. Это же горячий клей. Я его зажигалкой, насколько смог, активировал. А, в баяниста играет. А вообще, какого хрена? Спасение утопающих? Мне же никак, я там провалюсь. Да, и аккуратно якорь потом вытащи и выедни из него эти дурацкие палки. Да. Не острые, заточенные. А это я неправильно сделал. Это мой косяк. Целиком и полностью. Я так вот по речке поймешь, на сучок находишься возле берега и все. Не, сучок одна прыгнет. А ты вогнал, да еще, наверное, потянул, думаешь, что застряло, да? Да? Не то, что... Я думал, как вынуть, она застряла. Она застряла, ты ее рванул и проткнул. Нифига себе, какие кряные селедки ловятся. А я тут, блин, с насосом. Все, будет стравливать, дальше уж сам докачивай. Я пошел селедок ловить. Не бросай. Не бросай. Давай рядом. Катамаранами будем. Вот такая вот спасательная операция. А он продолжает ловить. Вот так вот. Прямо на трехметровой глубине. После получения пробоины острыми шипами якоря. Отремонтировали лодку на воде. И продолжаем рыбалку. Ну вот, теперь у меня начали эти мальки ловиться. Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты. Чё, окунь? О-хо-хо-хо-хо! Нет, что-то такое нормальное. Ну да. А? Не-не-не. Плотвичка такая, условно пищевая.
Опять окунь-извращенец. Что-то спать охота. Ну что, полагаю, пора завязывать. Завязывать. Крокодил не ловится, не растет кокос. Упс. Лешке на такую волну вообще плевать. Приехали. Наша рыбалка завершена. Немножечко рыбки подловили, хотя хотелось бы поймать больше. Не обошлось без приключений. Прямо на воде якорем была пробита лешка. И прямо же на воде мы ее починили. Пробоина заклеенная. Вот такой вот разрыв был. Вот так вот, снизу. Вот мой любимый Big Fish Pack. Отличный каяк с отличным сиденьем. Кстати, вот такое длинное сиденье позволяет не только сидеть в нем, но еще и лежать. Вся спина размещается на этом сиденье. С вами был Андрей Сонар. Всем пока! Вот так вот, блин, совсем шмурдяком. Вот таким вот острым безобразием пропороли лодку. А я что-то и не учел, что не нужно такие штыри в якорь в качестве лап использовать.